Брест всегда славился талантами творческих людей и уникальными художниками. Среди молодого поколения такие тоже есть. Воспитанница заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Декор» Ульяна Синкевич. Свой творческий путь девушка начала на базе учреждения дополнительного образования детей и молодежи. Ее работы поражают уникальной стилистикой и приковывают взгляд любого, кто посетил выставку. Эти картины создавались в разные периоды моей жизни, и каждый раз я вдохновлялась чем-то разным. Я очень люблю изображать, например, праздники, потому что я сама родилась в праздничный день. Рисую в смешанных техниках, техники акварели, в основном гуаши. Раньше пробовала рисовать гелевыми ручками. Уникальные способности девочки смогла распознать педагог студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства Нила Горченюк. Написание картин Ульяне давалось легко, но ее видение отличалось от работ других учеников. Она в Центр дополнительного образования детей и молодежи дает огромные возможности детям. Сегодня я хотела бы порадоваться и представить свою ученицу Синкевич Ульяну, работы которой висят в этом. Ульяна занимается уже очень много лет. Ее привела мама совершенно маленькой. Чем она сразу же обратила на себя внимание? То есть, как она нарисовала, собачку. То есть, собачка был уже с фактурой, был аккуратный в образе. И я сразу подозвала маму и сказала, это художник, надо что-то делать, потому что так аккуратно никто не сделал, и работа выделяется среди других работ. Изучив работы Ульяны, можно сразу заметить отсылки к традиционной белорусской культуре. Девочка отобразила эстетические идеалы белорусского народа, его образ жизни и социальные эквиваленты. И сделала она это по-особенному, так как способны видеть только уникальные творческие люди. Я очень рисую быстро обычно, поэтому мне это много времени не занимает, буквально 2-3 урока. Также мне понравилось изображать белорусские костюмы, потому что я хочу стать дизайнером одежды. Очень нравится изображать достопримечательности, потому что люблю, очень как-то привили за многие годы любовь к всему белорусскому. У меня, в принципе, во всех картинах очень много отсылок к чему-то белорусскому. Это очень важно, что в работах Ульяны прослеживается наша любимая белорусская тема. Это отражается во многих ее работах. И на первый взгляд кажется, что эти стилизации простые и несложные, незамысловатые. Но на самом деле добиться такой простоты и выразить художественный образ – это совсем непростая задача. И в этих работах она справляется, они запоминающиеся. Белорусская культура уникальная и самобытная. На протяжении существования народа формировались особенности и традиции, отобразить которые способны лишь люди, умеющие тонко чувствовать и видеть белорусскую душу. Ульяна – одна из немногих, кто понимает и ценит истоки нашего прошлого и хранит это в своих произведениях. Янина Даниленко, Эдуард Бакунович, Олеся Столярчук. Новости Бреста.